Здравствуйте, сегодня суббота, все та же. Смотрите, я какое себе купила платье. Тоже ХБ, тоже я и в Канет де Маре купила тоже. Пошла я в магазин, вообще так, ХБ тоже, вообще супер платье такое. Так оно мне идет. Вообще супер, видите, какая красота. Вот такие у меня тапочки. Видите, как я уже сгорела сильно. Ноги так болели, кстати, вот особенно с этой стороны. Спалила себе немножко. Уже загоревшая, видите. Да я быстро загораю. Идет это. Раз, два, три схожу, и все уже черно. В общем, я пошла в концу. Вначале хотела пойти в Лейдл. Ай, не пойду в Лейдл. Далеко. Потом, когда у Лёши будет выходной, тогда съездим в Лидл. Ну вот, я сходила в магазин. Вот это я хочу показать чек. Я вчера в Канет де Маре, видите, в Канет де Маре купила. Вот. 14,95. Вот я не вру. И то платье тоже так же стоило. Синее. Мне это зеленое больше нравится. Ну, тогда просто этого не было. Ну, синяя тоже ничего. Ну, вот, консум, он дороже. Я сразу вам скажу, что консум, он дороже. Он всегда был дороже. Вот, почти на 55 евро набрала. Вот. Ну, знаете, как-то все то же самое, что обычно. Ну, в общем, я просто сейчас выложу все и покажу. Я по ценам... Цены все те же самые. Я не вижу, чтобы вот они что-то сильно как-то вот это отличались. Вот тут со мной спорили, вот Амани Даде, вот, евро 99. Ну, в консуме всегда дороже. Ну, в Лидле евро 79. В консуме всегда оно было дороже. 3,15 карн пищада. Пикада Митча. 3,15. Не знаю. Сколько оно раньше? 2,99 что ли стоило? Ну, на 15 сантимов подороже. Пицца вот 2,95. Ну, это Лёша. Он капризничает. Чтобы... стал капризничать. То не хочет. Ну, жарко просто, может. Или, знаете, все тоже надоедает. Все, не знаю, что... Уже не знаю, что придумать, готовить. Сказать, что я себе вот гель-лак прозрачный купила. Ну, мне так нравится это. Maybelline. Вот, видите, я тогда карандаш купила. Тоже 50% за 3 евро. Тоже скидка. Там не знаю, сколько скидка, но, в общем, скидка была. Видите, Maybelline. И карандаш я тогда купила для бровей. Тоже Maybelline. Он тоже 3 евро стоит. Ну, вот он там скидка. Ну, там такая есть коробочка специально со скидками. Я там никогда мимо не хожу, все время там уже всего набрала. Ну, что, карма? Я вот уже покрасила, вон как, нормально. Уже тут накрасила себе. Ну, вот это вот, этот салат мне так нравится. Энсалада де ла Уэрта. Салат Уэрта, это огород, что ли, как-то перевести. С огорода, типа, свеженький. Вот я его сразу же сейчас поем. Его. Так, вот это 80 центимов обычно стоит. 80, ну, меньше евро все время. Мне нравится, я добавляю еду. Это Лёше делать, видите, что-нибудь. Вот это дорогое. Вот это в капсулы. Здесь 20 капсул, и почти 4 евро стоит. Ну, это Лёше надо, он с утра встает и в кофемашине делает кофе, а я... А я вот такое делаю. Ну, такой нормальный. Не знаю. Я такой люблю. Я люблю варить. Амбургесы вот эти. Для того, чтобы Лёша в дорогу. И вот хлеб тоже такой тоже. Я сейчас заморожу его. Вот так пополам порежу. И в морозилку. А это я не кладу в морозилку. Это нормально сохраняется. И все вот это делать всякие эти бутерброды. Вот. Ну вот. Покупаю ему вот такие пиццы.
Ну, это маленький приходит сам. Если меня дома нет, я на работе, он вот сам себе их в духовке делает. А это я себе беру. Ну так, в трене еду это с работы. Жрать охота. Вот это. Такие это мармеладки, такие классные, вообще мне нравятся они. 75 сантимов стоят. Ну вот, зубная паста закончилась. Вот я предпочитаю такую брать. Так, и купила еще зубные щетки. Ну, измочались, выкину сейчас все. Как раз. Куда Муся полезла? Куда? Ну что за... засранка такая. Смотрите, у меня уже как все заканчивается. И это все, я сейчас закончу. Больше не буду делать. Невозможно, жарко. Когда жара, невозможно этим заниматься. Причем такой мультиусос я беру. Вот такая штука. У меня уж там почти закончилось. Это мыть эти окна, там стекла. Стол этот мою, вот. Евро, там, в общем, скидка у меня, нет, у меня еще не закончилась, да, просто скидка была за евро. Я вот такую большую бутылку взяла за евро. Вот. Это я беру лечо конденсаду, ну, это как у нас сгущенка. Вот. Большая банка, 2 евро стоит. Это знаете, как я беру? Иногда, ну, нет молока. И так ломает идти в магазин за молоком. Раз добавишь в кофе и все. Так, это, ну, как всегда. Адульта, вот тут, видите, написано. Не знаю, мне говорят, иди купи другой корм. Так если они его есть не будут. Они не едят, вот, ну, сколько, я, знаете, разных столько кормов всяких покупала. Ну, вот они вот это едят только и все. Мне, не знаю, я смотрела передачу, там будет все. Все достаточно, типа там сказали, что все достаточно, не надо ничего, никакие дополнительные витамины. Ну, не знаю. А такую обыкновенную еду, такую там рыбу или мясо они вообще не едят. Не, даже в рот им не засунешь, не выплевывают. Ни рыбу, ничего. Ну вот Васю еще можно накормить как-то, а эту вообще не накормишь. Это у нас еще этот такой вымогатель. Она только вкусно жрет. Так, это вот я такие окорочка. Это я себе. Гуищетес. Гуищетес. Вот, 2-3 евро стоит. Ну, это я себе взяла. Так. Кока-кола, как всегда. Так, это корм. Вот Муся. Вот она только это ест. Такая засранка. 6 евро стоит, там 12 пакетиков. Вот такой вот у нас капризёныш. Вот такой капризёныш. Ну, сухой так, чуть-чуть только поест. С Васей за компанию. А, да, это. Вот только это хавает. Ну, вот песок. Песок и вот это ароматизированные такие мешки. Не знаю зачем. Ну, какая разница. И вот это атун. Люблю я вот. Асейте де гирасол. Это вот на подсолнечном масле. Видите? А, забыла сказать, что подсолнечное масло подешевело. Стоило оно 3,50. Сейчас оно уже стоит 3 евро. Ну, по крайней мере, там было так написано. Муж меня обманули. Ну-ка, давайте поищем. Три евро. Где есть? А вот 3 евро. Нет, не обманули. Вот оно. Ойли де гирасо. Ойли гирасо. Вот 3 евро. А было 3. 3,50 чем-то даже. Ну, глядишь. Господи, наконец, когда уж все закончится, да? А тут, если что, они быстро цены спускают. Они нет. У нас тут такого вот нет, чтобы вот подняли цену и все, и никогда больше нет. Как только что, они начинают их быстро спускать. Ну вот что вот вы такое творите, а?
с колесами. Вот колеса нализывают, нализывают колеса. Да? Иду. Не дали мне сегодня спать. Вот 7 утра. 7 утра, и Муся, давай по мне скакать, как вот ненормальная. Вот такой гаденыш. Спать. Я хотела поспать. Чуть-чуть. Это ей это колесами проехала, видимо. Пахнет, видимо, с колес. Надо еще за табаком идти. Табак еще у Лехи кончился. Ладно, сейчас все это уберу и пойду за табаком.